Дружище, скорее ставь лайк за 3 секунды, если уже почти закончилось лето, а ты все еще не отдохнул. Эй, привет всем, господа хорошие! С вами, как всегда, Энтони Юрыч, и сегодня у нас новенькие погони с новеньким трактором. Да, ребята, всем привет! В общем-то, погоня в Лего Сити, либо Лего Танковый Патруль, и, ребята, я не знаю, среди вас есть игроки в генералы, так называемые, или нет, но, блин, этот трактор токсичный от, получается, террористов от Саудовской Аравии, или кто они там были, я не помню уже, как раса называлась, но, тем не менее, они были очень даже прикольные против пехоты и против техники, потому что они обливали ее кислотой и, соответственно, просто в считанные секунды могли разобрать толпой абсолютно все. Ничего себе, какие познания у Юрыча, ребятки. Ну, смотрите, вот этот бачок, там явно токсичная херня какая-то. Славян, да, да, да. У тебя бачок потик. И смотри, когда мы стреляем, у нас появляется зеленый дым, то есть токсичный такой. Я, кстати, его теперь вижу. И посмотри, как он стреляется, посмотри. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Слушай, мне нравится, что ты стреляешь по воробьям и чуть выше, чем мой грузовичок. У меня какой-то низкий погрузчик такой. Так, я специально сейчас по тебе не стрелял, потому что у тебя есть шанс уехать от меня, брат. А я уже уехал, только у меня скорость максималка, правда, всего лишь 80 км в час. В общем-то, ребята, если вам нравится Лего Танковый Патруль, то прожимайте лайкос, и мы для вас потом снимем еще что-то интересное. Кстати, у меня же КВ-6 еще есть переделанный. Может, с ним потом сейчас зафигачить. Ёпсель, видел я твой КВ-6. Во всех так. Роликах теперь его суешь. Свой КВ-6. Ребята просили, я сую. Нормально. Ой-ой-ой. Господи. Ты слышь, террорюга, реально террорюга на тракторе токсичный, смотри, просто рушит здание. Мне кажется, его надо останавливать, а не тебя. Да-да-да, и я там же. Так, у него еще, знаешь, что самое прикольное? У него башня сама крутится влево-вправо, когда ты стреляешь. Да, вот я тоже заметил, я думал, это ты так вертишь или она сама, она значит автоматическая. Вот это, кстати, очень жестко, потому что от него удрать будет сложновато немножко. От него вообще нереально удрать будет. Сейчас я еще посмотрю, пушка опускается, да? Пушка еще опускается, господи, это просто сейчас реально будет токсичный дождь. Так, ты посмотри, короче, едет трактор и просто в черном тумане. А ты че развернулся, братан? Ты че так неожиданно развернулся? Ну хорошо, у тебя радиус поражения не такой большой. Ну да, то есть он не достреливает до тебя. Да-да-да, он как будто хлыстом кого-то бьет. Ну, мы тебя сейчас найдем. Найди себе девушку лучше. Здорово, братан. Господи, вы только посмотрите, как он раздает. Просто за считанные секунды минус город. Да ладно, я хочу уже прокатиться на этом тракторе. Прям ностальжи реально бьет. Ладно тебе на танке, давай, опачки. Хотя, в принципе, в генералы, когда я играл только за генерала США, в основном, это, воздушных сил. Ага. Так что, короче, истребители моя стихия была. Истребители, ну, Юрчик у нас этот, летчик, ёпси-мопси. За летчик, главное, чтобы не был... Бонзай! Но! Понятно, просто, без просто... Без шансов вообще. Без шансов, взлетело в кабину, второй снаряд, короче, подорвал меня и поджег. Офигенно, ты слушай, на нем только резко нельзя тормозить, потому что его вперед перекидывают, смотри. А, перевертываешь, ты смотри, он еще взорвался, я помню. Да-да-да. Охренеть, я просто не доехал, вот ничего нельзя сделать, мне кажется, против этого трактора, он действительно очень мощный. Но если стреляет, то да, он... Ой. Вот что будет, если вы перевернетесь. В принципе, логично. Нет, если вы перевернетесь и постреляете, вы себя убьете. Короче, ребята, вот такой заезд. Сейчас я попробую себя машинистом данного трактора и посмотрю, что из этого получится. Да, поехали. Друзья, в общем, продолжается наша погоня. В общем, мы взяли вот такой вот пикапчик Раптор себе. Ой, Форд Раптор, офигенная машинка такая. Да, но это твоя могила будет на колесах, братан. Ой-ой-ой-ой, пугает у меня, ага. Слушай, я просто охереваю от этого трактора, он мне реально нравится. Пускай он и медленный, вот вообще прям охереть медленный, но он офигенный. Ну да, он стреляет очень круто, и за считанные секунды можно снести город. Обалдеть просто, вот это я понимаю хорошо. Я вот, вот слышу, ты где-то стреляешь, и мне аж страшно, я еду в другую сторону. Все, полетели, пацаны. Охренеть. В другую сторону он едет, да? Я тебя найду в другой стороне даже. От меня не уедет. О, братан, ты нашел именно ту сторону. Не-не-не, брат, это не я. Присоединяйся к нам, ты все правильно делаешь, братан. Я не хочу с тобой, ты какой-то бешеный там. Давай. Переходи на темную сторону. Господи, какой он еще стрелок-то, а, ворошиловский. А я в тебя попал, что ли? Нет. Ну вот. Ну, я говорю, переходи на темную сторону, мы тебе тротил в задницу засунем, будешь хороший маджахер. Привет, Юрий. Господи, а снаряды-то не долетают с такой раскладки, да? Да, не долетают до такой.
дистанции, так сказать. Ой-ой-ой, занесло немножко. Блин, это просто как за считанные секунды уничтожить город, вот реально. Ну охренеть. Да, то есть у него это получится явно хорошо. Вот если на КВ-6 поставить такой дрын, который так поливать будет, это просто вообще эпик. Эпичненько. А ты где есть? Да где, где? Параллельно тебе, брат. А я думал, ты уже проехал? Вот он я. Я вижу, вижу. Мне нравится, что можно, короче, в движение прям стрелять и покер. Просто жмешь, зажимаешь клавишу. Во-во-во-во-во-во, по колесу попал, бля, буду на... Я тебя... А где... Я тебя даже не видел. Я смотрю, снизу табличка выпала, херак он умер. А где он здесь вообще? Через деревья залетело. Охренеть. Ты мне сначала по колесу, меня, короче, занесло, я врезался в дерево, и я умер. Охренеть. Это короче, было эпично, реально сейчас. А я даже не увидел эбисепик. Ну-ка попробуй раз уничтожить тачку полностью. Давай. Не знаешь, что у него нравится? Смотри. Через раз он просто пукает. Зелью своей. Так ты в машину попади. О. Охренеть просто. Просто ты смотри, что он делает. Мне кажется, он любой так расхерачит просто в упор, реально. Он же, считай, по всей длине бьет сразу. Ну, танк тоже его может расхерачить с одного выстрела. Ну да, с одного выстрела он, скорее всего, да, и улетит. Короче, пикапчик оказался против трактора просто херней, поэтому, ребята, мы сейчас найдем что-то более-менее нормальное и попробуем выжить. Ну что ж, ребята, я решил пойти ва-банк, не знаю, получится это сделать или нет, но, тем не менее, попробуем за счет своей массы прожить чуть-чуть подольше. За счет массы он решил прожить. Слушай, охеренный у меня бас вообще прям. Прям вообще от души реально прикольный. Он да. И быстрый, шустрый. Ну мне бы его посмотреть поближе. Не, тебе лучше близко вообще не подъезжать. Ты издалека можешь смотреть. Главное этот, курок не дергай. Ну ладно, окей, давай. Блин, он охеренный. Столько мэ просто, как это. На изичек. Ой, покрышка лопнула, я понял. Он что, сильно быстрый, что ли? 100 км. Нихера себе. А ты что, меня не видишь? Вот террорюга, занят уничтожением города просто, по сторонам не смотрит даже. Блин, а я уж думал, я Ашот. Ашот в инвизе. Ашот в инвизе. Ашот в инвизе. Так, разворачивайся, калмага ты уже. Так, надо шины починить, надуть. Эй-эй-эй-эй! Я как жопой чуял, что ты туда поедешь. Хорошо, что я на пит-стоп заехал, колесико-то починить. На пит-стоп. Здорово, трактор. Блин, а теперь ныкаться-то негде, смотри, просто Ленина все нету уже. Ленина нету, сейчас не будет ничего здесь. Не стреляй, брат. Да я проехал, прикинь. Ну у тебя отлетело там что-то. Ну как тебе сказать, что-то, все окна отлетели с левой стороны. Просто. Ну повезло, что не залетело водили в этот, в калитку. Такое себе было бы. Кстати, ты когда поливаешь, когда вот этот черный дым встает, прям просто, да. Можно этот промелькнуть, знаешь, такая дымовая завеса просто. Ну да-да-да, кстати, я тебя сейчас, если честно, не видел, когда стрелял. Ой-ой-ой, вот это твоя ошибка, брат. Охренеть, охренеть, серьезно? Ты как так телепортнулся, мать его. В смысле телепортнулся? Ты меня проштопал просто. Не, жопа, движок горит, братаны. Сейчас взорвемся. Сейчас взорвемся. Давай, давай, да вообще я не знаю, как ты сейчас выжил просто. А я все, я приехал. У меня ты двигатель поджег. Да ладно, и ты умер, что ли? Ну я еду, полыхаю просто. Господи, ты видишь это, нет? Да, да, да. Мне кажется, пора выходить, господи. Зря я вышел. Слушай, ну прикольно, я тебя сейчас взорвал. А он взрываться не будет, да? Он не будет взрываться, походу. На там, походу, нет реактивных двигателей. А ну движок вообще-то отлетел, вот он. Печалька. Капец, ребятки, посмотрите, как эпично мы его просто подожгли, охренеть. Ну, всю жопу просто собрал там. Обалдеть. Слушай, против больших машин вообще охеренно, реально. Так я вон как херачу по нему, смотри. Просто охренеть. А это что было? А! Ты меня сломал башню, нихера себе. Нормально. Ты в упор в меня попал, короче, у тебя минус башни. Нормально, о, слушай. Здорово, Антоха. Здорово, чё, брат. Трактор чистишь? Да, да, починить решил его. Давайте бачки протекем, пробьем. Давай, давай, брат. Чтобы искупался заодно. Короче, ребята, такая серия. Трактор действительно очень крутой, очень мощный. Кстати, там что-то написано. I love to share. Чё I love, share? Я люблю убивать. Слышь?
А. Спи там, лежи. Убийца хрена. У меня иксы и иксы в глазах, смотри. Да. Азина 2 икса. 2 икса. Токсичный трактор, ну ура, зашел. Короче, ребята, если вам понравилась серия, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. Спасибо за просмотр и до скорых встреч всем. Пока-пока, ребята.